футбола. В эфире телеканал Евроспорт 2 и очередная домашняя игра университета Нотр-Дам. Они у себя принимают команду из западного Мичигана, Western Michigan Broncos. Начальный удар выиграли Coin Toss. Скорее всего, выиграл Нотр-Дам, выбрал прием начального удара. Прекрасная погода в Соус-Бенде. В эфире с вами Александр Малышев. Ну что, очередная футбольная неделя начинается. Падает мяч, падает. Неправильная подставка. Будет бить американским стилем, так называемым. Гудит стадион. Опять 100-тысячник на Соус-Бенде забит. И началось. Тачбэк не будут возвращать. Понятное дело, будут экономить силы. Ну что ж, неприятные новости. То, что тайдент Нотр-Дама Рудольф выбыл полностью на сезон. Получил травму на тренировках. Теперь он заменен. Жаль, очень жаль. Это был наш любимый тайдент в Нотр-Даме вместе с Виталием. И сейчас на данный момент он выбыл из строя. Шотган. Фейк. Длинный пас. Прием. Отлично. Это тачдаун. Даже можно не смотреть видеоповторы. Слишком уж легкий соперник, кажется, Вестерн Мичиган. Такой проходной для Нотр-Дама. Первый же розыгрыш, и Нотр-Дам открывает счет. Простая была комбинация на данный момент. Открылся широкий принимающий. Экстрапоинт пробит. Очень легкий тачдаун. Буквально, если посмотреть на время, 14:48. Против него, говорят комментаторы из Америки, стоял молодой фрешман, то есть пропустил его только по неопытности. Странная майка у Криста. Ну, видимо, жарко сейчас в Соус-Бенде. Что-то уж слишком быстро все началось. Ну что ж, Майкл Флойд в этом сезоне уже 20 тачдаунов. Парень широкими шагами шагает к драфту. По традиции у Нотр-Дама мячи Вилсон с эмблемой Адидаса. Адидас является их глубоким, древним партнером. Еще с времен Ары Пастиджиана. Стандартный удар, но недалекий. Фамбл, потеря контроля. В этом сезоне вот у Алекс Кардер на прошлой неделе против Болл Стейт 29 пасов, 17 завершенных, всего один тачдаун. Начинает западный Мичиган
21 ярда. Ого! Очень интересное построение. Да, вот говорят, как такое играет только в школах еще начальных, но тем не менее мы смотрим, не брезгует. Swinging Gate. Построение, комбинации. Начали сразу стрикплея, теперь на них. Ой. Абсолютно ничего. Нету никакого продвижения нету у западного Мичигана. Незачем экспериментировать против такой команды, как Нотр-Дам. Знали, куда едут. Четвертый даун. Уходит. Ни с чем уходит нападение западного Мичигана. Отстояла защита ирландцев. Показывали нам пятого номера внешнего лайнбекера Манти Тьео. Второкурсник. Да, ошибкой было западного Мичигана начинать стрик-плея. Ну что ж, показывают нам моменты. Today on Eurosport 2. Возвращаемся на стадион South Bend, штат Индиана. Нотр-Дам показывает нам золотой его храм, Touchdown Jesus и South Bend Stadium. Нападение Нотр-Дама, шотган. Ой-ой-ой. Плохо сыграл Аллен, не принял мяч. Армандо Аллен Джуниор, его отец играл в той знаменитой команде 1988 года, которая выиграла национальный чемпионат. Традиции продолжаются. К сожалению, будем говорить, Армандо Аллен Джуниор играет хорошо. Правда, подскользнулся на данный момент. А вот Нейт Монтана играет не очень хорошо, поэтому мы вместо него наблюдаем Дэйна Криста. Осторожничают, очень осторожничают против западного Мичигана Нотр-Дам. Почему-то с первого раза у них все хорошо пошло. А вот второй драйв и 3-11. Empty. Три принимающих слева. Опять нужно использовать левый фланг, где у них находится молодой. Перетягивает. А, прекрасно, Флойд. Принял мяч Флойд. Да, жарко, жарко сейчас у ирландцев. Опять же, против Флойда ставят молодого игрока. Вот Аллен Джуниор под ударом. Не дали ему пройти. Удачный был розыгрыш, хотели сделать такого рода каунтер, но сбились там по центру поля. Прием. Тайлер Эйферт заменил Кайла Рудольфа. Прием.
Да, большая потеря Нотр-Дама, потеря Рудольфа. И Крист завален в зоне. Да, на этот раз защита. Перетянули с мячом игроки Нотр-Дама. Дали возможность почувствовать силу западному Мичигану. Бен Турк пробивает пант. Фейка на этой дистанции вряд ли. О, флаг будет на поле. То есть 100% нарушение. Сбили игрока, который показывал фэйр кэтч. Димитриус Питвей, 4-й номер. С такой копной, как Предатор. Показали нам его. Что ж, 7-0. Нотр-Дам пока ведет. On Eurosport 2. Добро пожаловать обратно на South Bend Stadium, штат Индиана. Нотр-Дам Fighting Irish встречают у себя дома западный Мичиган Бронкос. Он говорит, дикие жеребцы. Показывают нам момент возврата мяча. Сбили игрока. Должно быть, да, вот говорят, должно быть нарушение, говорят наши американские комментаторы. Ну ничего, проспали что-то зебры. Шотган. Два тайдента. Опшен. Зря, на мертвого. Даже не дал развития событий, то есть не вытянул на себя Диэнда, не ланбекера, квотербек, и тот же сбросил на раннинбека, на которого быстро приключился корнербэк. Все-таки надо быстрее играть опшен. Шотган. Слант. Не принят. Быстрый пас, но флаги. Pass interference, number 4 on the defense. Ball be placed at the spot of the foul with automatic first step. Первый даун. Вмешательство в прием мяча. Гарри Грей свалил на принимающем западного Мичигана. Play action. Открытый был бутлег, не получилось. Потерял ярд, может быть, два. Линия нападения западного Мичигана. Игроки нападения тайтенд, ресивер. Принят мяч. First down. Ансел Пондер, wide receiver. Мне лично показалось по построению, что было больше, чем 7 человек в линии, но... Судя в Америке виднее. Пас принят. Еще один. Очень быстрый пас был. Алекс Кардер. Второкурсник. Как он прочел их между тремя защитниками? Ну, есть глаз у квотербека. Надеюсь, кураж у него не спадет. Играя против такой именитой команды, как Нотр-Дам. Okay.
затолкали парня, оторвали шлем. Но капа в зубах, мяч тоже. В студии работает Twitter, Dogfighter 13, DOGFIGHTER 13. Пишите свои вопросы по этому матчу. Вообще по американскому футболу. Близится к финалу сезон в России. В следующую субботу будет уже финал. Хуан Нунес принял этот мяч. 1.85 м принимающий. Пытался спином обойти Роберта Блентона, не получилось. Скрин-пас. Ай, как хорошо, на противоходе поймал. Аарон Винчестер. Хорошая фамилия. Маленький такой раннинбэк. Вообще карандаш. Ростом 5,6. Нашел его. Нашел его Кардер. В щекотливой ситуации. Уже практически загнанный охотниками. Тевин Дрейк пытался уйти. Но был остановленным Зеком Мотой. Сейфти. Фейк и заброс. Флаг в поле не будет. Нет. Фейт сыграл. Должен был сыграть принимающий 81 номер. Хуан Нунес, но. А вот показывают. 83 номер также играл Фейт. Джордан Уайт. Пас принят. Снова на мяче Хуан Нунес. Снова Swinging Gate. Квотербек сник. И зарабатывает западный Мичиган своей детской уловкой. 1.10. Практически 1 гол в зачетке, рядом с зачеткой Нотр-Дама. Ярда за 11 розыгрышей прошли западный Мичиган. I-formation, double tight. Motion. Ух, какой мощный у них раннинбэк. 29 номер. Тевин Дрейк, 1.85 м, 100 килограмм. Шотган. Один винбэк. Сам.
Ну? Судьи смотрят, где было. Да, в одном ярде колено. В одном ярде колено Кардера остановилось. Какой был бы красивый тачдаун. Но не сливают, не сдаются, конечно же, мы видим игроки западного Мичигана, играя против таких ребят, как Notre Dame Fighting Irish. Тачдаун, наверное, потому что большая куча народу. Пять дюймов. Четвертый гол. Будут бить или будут играть? Характер показывает западный Мичиган. Характер. Тачдаун. Да. Это тачдаун. Ну что ж, зубами оказалась кобылка западного Мичигана. Пятнадцать розыгрышей, 59 ярдов. Опшен сыграл Алекс Кардер. Сейчас посмотрим после экстрапоинта. Семь-семь, ничья. Не показывается пока проходной командой западный Мичиган. 7-7. Ждем развития событий. Hey, on Eurosport 2. Ну что ж, в течение третьей встречи против Нотр-Дама впервые западный Мичиган открывает счет. Это что-то да значит. Наверное, будет праздник большой в западном Мичигане по этому поводу. Тачбэк. Поттер пробил начальный удар. Спорт 2. Добро пожаловать на South Bend Stadium. Стадион университета Нотр-Дам. 100 тысяч. Скромно. Студенческая команда. Студенческий футбол. Практически чемпионат ЖЭКа, жилищно-коммунальных хозяев, но это я, конечно, утрирую. Pistol offense. Сиервуд, 20-й номер. На первом драйве у Нотр-Дама. Напоминаю, что в студии работает Twitter, Dogfighter 13. Бойцовая собака 13, DOGFIGHTER. Жду ваших вопросов. Скринпас. Опять Вудс на мяче. Смог красиво, прямо среди линейных находился. Вытащил мяч. Принял его. И выбежал с ним вместе. Третий даун и 1 ярд. Им нужно пройти, чтобы получить 1.10. Нотр-Дама один успешный из двух. Беговая комбинация. Ой-ой-ой-ой-ой. Флаг на поле. Будем ждать решения судьи. В какую сторону флаг? В любом случае, Нотр-Даму
выгоден этот флаг, так как все-таки Вудс не донес мяч. И снова выводить спецкоманды на поле неохота. Мне было бы действительно неохота, как тренеру, скажем, выводить фальстарт. Третий. 3-6. Пасовая комбинация, скорее всего, последует. Неправильное построение выдал судья Нотр-Даму. Всего 5 человек находилось на линии вместо 7. Ждут игроки Нотр-Дама. Перестраиваются. Эмпти. Шотган. 3-6. Фамбл. Какой был прекрасный прием. Вертелся на спине. Накрыл игрок Нотр-Дама. Мяч после потери. Повезло. Повезло Нотр-Даму. Почти панч, такое трио расположилось с правой стороны. Быстрый пас Флойду. Флойд теряет 4 или 5 ярдов на этой комбинации. Огрызаются Бронкос из западного Мичигана. Holding. Number 7 on the offense. 10-yard penalty. Second down. Второй ярд. Холдинг дали седьмому номеру. Ти Джей Джонсу. Задержку игрока получил Ти Джей Джонс. Штраф. Шотган. По два принимающих с каждой стороны. Раннинбэк в бэкфилде. Ждет Крист. Пас. Неудачно. Неудачно выполнен был прием. Тео Риддик. Шотган. Три принимающих справа. Загоняют Криста Энде. Такие посрашивые они. Не дают они ему бросать. Доволен тренер. Объясняет тренер Кристо, в чем он не прав. Пант. В исполнении Нотр-Дама. Конец первой четверти. Счет 7-7. Западный Мичиган огрызается. Ну что ж, 7-7. Нотр-Дам, Западный Мичиган. Damn.
Добро пожаловать обратно на стадион South Bend. Ничего удалось, никакого расстояния не удалось пройти принимающим спецкоманд Западного Мичигана. Ну что ж, посмотрим, что на что ответит Алекс Кардер. Очередной шанс. Эмпти снова. Американский комитет. Перехват. Пока сейчас смотрим на решение бокового судьи, засчитает он или нет. Да, перехват. Неудача преследует Кардера. Реверс. Пас. И Флойд тачдаун. Вот это розыгрыш. Вот это настоящий студенческий футбол. Трик-плей, вот эти вот их ложные фишки. То, чем не блещет НФЛ. Какая комбинация. Был показан реверс и один в один практически финальный тачдаун Нотр-Дам против Сиэхаукс. Извините, не Нотр-Дам, Питтсбург Стиллерс против Сиэтл Сиэхаукс. Когда три квотербека на одном поле. Был показан реверс. И Рандел Л бросает мяч Хайнс Форду и вбивает осиновый кол в сердце Сихаукс, выигрывая 40-й Супербол. Прекрасно, прекрасно, Нотр-Дам проснулся. 14-7, Нотр-Дам ведет. Out the day on Eurosport 2. Возвращаемся обратно на стадион. Показывают нам Флойда. Второй тачдаун за сегодня у него. Начальный удар. Прекрасный уже далекий удар. Прямо от голевой линии. 101, как бы, если пройдет до конца этот игрок. Нет. Остановили 20-го номера Брайана Филдса. Раннинг бэк. Прекрасная комбинация. Ай-яй-яй-яй-яй, завалили Кадлера. Дариус Флеминг. Тот человек, который сделал перехват. И принес, дал возможность своему нападению занести тачдаун. На этот раз отличился тем, что завалил квотербека. Сделал ему сэк Алексу Кардеру. Сделан, конечно, это в паре с Яном Вильямсом, но засчитывают им обоим. 2:22. Кардер с мячом. Длинный пас принят.
Красиво. Красивый был пас. Тайденту. Блейк Хаммонд. 1.94 м. .215-220 килограмм был тайдент. Еще один прием мяча. Засчитают ли фамбл или нет? Засчитали. Выронил мяч. Выронил Джордан Уайт. Красиво открылся, сделал несколько шагов, вот удар, и мяч вылетел, и он еще находился в воздухе, получается. Да, когда игрок находился на другом игроке, не касаясь земли, и мяч в этот момент выпадает, считается, мяч свободный, и может завладеть любая команда. Второй турновер, да, вторая потеря мяча, но вот подал протест тренер западного Мичигана. Под вопросом данная комбинация, данный сюжет. Вот столкновение. И колено. Колено было внизу или нет? Сейчас будут рассматривать. Осталось решение судьи. Банч, шотган. Хорошая комбинация была. Удержалась и майка, не порвалась, и не завалили за майку. Не получилось это сделать у 55-го номера. Травонт Боулс, дефенсив текл. Небольшого роста парень, но хорошо весит. 1.80 м и 140 килограмм. Снова трио с левой, с правой стороны. Длинный пас. Кого там увидел Крис, непонятно. Мяч ударился еще об землю до того, как принимающий был на нем. Нервничает Крис, хотя после победы в Святой войне, так называется встреча между Бостон Колледж и Нотр-Дамом, традиционно Holy War, и после победы над Питтсбургом можно было бы, конечно, успокоиться, но опять же это злой Мичиган. Потерпев поражение против Мичигана, потом против Мичиган Стейт. Не получился скринпас. И теперь в гостях, встречая западный Мичиган, это просто нависло, как дамоклов меч, это слово Мичиган над Кристом. И, может быть, он нервничает из-за этого. Почти вы хорошо выполнили скрин. Турк. В ярде останавливают. В ярде останавливают спецкоманды. Ошибся принимающий, коснувшись мяча. Мог бы оставить, мяч бы выкатился дальше, но вторая его ошибка. Вторая ошибка Уайта. И начинать в ярде от своей зачетной зоны.
Что еще может быть кошмарнее? Смотрим трио. Трип Ай. Не дают пройти, ребята. Может быть, ярд, может быть, два. Максимум. Снова. Трипл Ай. Не получилось. Ударился головой о плечо раннинбека Кардер. Ну что, будут разыгрывать третью или лучше сразу пант пробить? Просто выносят мяч. Не решился рисковать. Не решился рисковать Кардер. Бен Армер пробивает пант. Сигнал к честной ловле. Fair catch. И Джон Гудман, принимающий, останавливает движение мяча. 10 минут 52 секунды. Счет 14-7. У Нотр-Дама хорошая позиция для того, чтобы увеличить разрыв. Красиво блестят их шлема на солнце. Напоминаю, что в студии работает Twitter. Dogfighter 13, DOGFIGHTR. Шотган. Трип справа. Сланты. Флаг. Нет, флага нет. 34-й номер. Новичок. Джамал Берри. На Тайла Раффета, тайдента. Напомню, что Кайл Рудольф травмирован и выбыл до конца сезона. Фейк. Флойд поставил блок. First down. Прекрасная разыгранная комбинация. Хороший блок был. Дали Флойду. Но вовремя сместились защитники, дали там Флойду потанцевать. Шотган. Шотган Райт. Не удержали. Продолжает движение шестой номер. Продолжает движение Тео Риддик. Ну что ж, подошли снова к
красной зоне находится Нотр-Дам. Близко к зачетной зоне. И снова тачдаун Криста. Повтор. Точно такую же комбинацию они сыграли против Питтсбурга. Прекрасная работа Дэйна Криста. Брайан Келли выговаривает что-то. Какие-то замечания свои дает Кристу. Заблокирован филгол. Нотр-Дам ведет. Дэйн Крист приносит очередной мяч Нотр-Даму. Добро пожаловать обратно на стадион South Bend. Университет Нотр-Дама встречает у себя в гостях университет Западного Мичигана. Счет 27. Великолепный был занос мяча, будем говорить, комбинация разыграна. Тачбэк со стороны Западного Мичигана. Великолепно разыгранная комбинация, был фейк на раннинбека и ушел в правый угол Крист и увеличил разрыв. Кого мы видели? Роджер Гудел, комиссионер Национальной футбольной лиги, присутствует на этом матче. Розовая, сине-розовая кепка сегодня и у НФЛ тоже как бы целая неделя посвящена проблеме рака груди у женщин, и спортсмены всем своим видом, имеется в виду там какие-то розовые у них принадлежности, стараются обратить на это внимание, заботятся о здоровье нации через спорт. То есть даже если вы смотрите телевизор и видите вот это вот розовое, то как бы в мозгу у вас остается, что нужно, мало ли, может провериться у врача. Но это в Америке, я имею в виду. Ну что ж, Вайт принял мяч, флаг был в воздухе. Персональный фол получает Нотр-Дам. За превышение силы, будем говорить так, unnecessary roughness. Ненужная жестокость, не необходимая жестокость. Три-четыре играет в защите Нотр-Дам. Шотган у Бронкос. Пас принят. Снова Уайт. Парень отыгрывается за две свои ошибки, которые он допустил в предыдущих розыгрышах. Напоминаю, что в студии работает Twitter. Ждем ваших вопросов. Круговая комбинация. Винчестер, Аарон Винчестер. Игрок, который назвал коротышкой, в принципе, так оно и есть. Всего лишь 1.70 м или даже 1.68 м имеет он. Прекрасно сыграла линия нападения. Один и десять. Перешли на половину поля. Прекрасный был удар. Просто как мячик от стенки отскочил защитник от 81-го номера Хуана Нунеса. Показывают нам защиту Нотр-Дама. 3-4 построение. Пятый номер указывает особенно Манти Тео. И сейфти Зэк Мота.
Снова шотган. Пас на Винчестера. Показывают родители квотербека Алекса Карднера. Родители, конечно же, всегда нервничают и волнуются за своего ребенка и присутствуют на этих играх. Винчестер снова с мячом. Флаг на поле. Офсайд. Один и десять. Даже не один и десять. Офсайд. 70-й номер Нотр-Дама. Один и пять. На 20 ярдах находится практически Red Zone. Гарднер с мячом. Пас принят. 11 номер. Тайдент. Здоровенная такая детина. Даллас Волкер. 1.97 м. И тут же побежал меняться. Ударился, видимо, при падении. Парень побежал тут же меняться. Короткий пас. Принят. Хуан Нуньо снова с мячом. Второй даун и гол. Вторая попытка. Осталось. Ну, играют в 5 ярдах. В 5 ярдах. То есть вторая попытка 5 ярдов до тачдауна. До зачетной зоны. Empty. Ну, будет ли? Нет, переброс. Два и гол. Показывают нам блиц. Напоминаю, что в студии работает Twitter Dogfighter 13. 8 розыгрышей, 75 ярдов прошли за владение западный Мичиган. Снова построение empty. Трое слева. Не принят мяч. Бросал в сторону Нунеса, но был блиц по центру. Не смог справиться с этим волнением квотербек. Не вышел. Не сделал ни роллаут, ничего. Остался. Будут бить филгол на 4 с 5 ярдов. Мяч сбрасывает с 5, обратно на 7. В общей сложности до ворот 23-24 ярда. Филгол удачный. Счет 20-10. Ну что, счет 10-20. Огрызается западный Мичиган. Добро пожаловать на стадион South Bend, штат Индиана. Счет 20-10. Великолепный драйв был у команды западного Мичигана, но, к сожалению, не смог справиться Алекс Кардер с волнением. Перебрасывал он своих принимающих основных, Джордана Уайта и Хуана Нунеса. Но
итоге филдгол. Начальный удар. Далеко пробили, практически в зачетной зоне. Да, в зачетной зоне так и есть, принял. Пытался перепрыгнуть. Красиво. Но только для фотографов. Вот поле надо все-таки было проходить точнее. Крис выводит свою команду на поле. Счет 20-10. Посмотрим на ответ Нотр-Дама. И снова в эфире телеканала Евроспорт 2 американский футбол. Нотр-Дам Fighting Irish принимает у себя в гостях Western Michigan Broncos. Счет 20-10. На последнем драйве Западный Мичиган не смог справиться и все свои три попытки бросил в небо Алекс Карнер. Но филдгол немножко сократил разрыв. Счет 20-10. И ответ Нотр-Дама за 5 минут до конца первой половины. Шотган, моушен. Поймали Криста. Великолепно. Просто как по учебникам. Пол Хазел сделал это. Развернул он своего линейного. Пытались сыграть дабл-блок. Ну, 78 номер просто потанцевал рядом. Крис мячом. Длинный пас. Даже пальцем в небо, можно сказать. Пол Хазел, пятый сезон. Пятый сек, извините, в этом сезоне. Крис снова под ударом. И снова Хазел там. Великолепные энды, я вам скажу, у Западного Мичигана. Бишоп и Хазел. Посрашивые просто. Вот, вышли, догнали, заставили квотербека начать движение не так, как ему хотелось бы, и все. Смешался сразу. Смешались в кучу кони, люди. И Дайан Крис был завален. Вайтбол на приеме. Показал сигнал fair catch. Честный ловли, не решился бежать. Все поздравляют. Поздравляют Хазела. Ну что ж, теперь ответ Мичигана. Добро пожаловать обратно снова. Ну что ж, Мичиган с мячом. Не справился на этот раз Крис с волнением. Счет 10-20. Надеюсь, они не будут тянуть волокиту и покажут хороший футбол. Последние драйвы Западного Мичигана мне очень понравились. Я надеюсь, что они сохранят такую же амплитуду и на перерыв команду идут, по крайней мере, с разрывом 20-17. К тому же у Западного Мичигана очень хорошая позиция. Они находятся в центре поля. Глубокий пас. Не добросил он до Нануса. Показывают нам защиту двух эндов. 3-4 сыграли, и вот они два энда. Даже энды nose tackle справились. Шотган. Принятый мяч. Уже выбивали буквально к
квотербека. Прекрасная работа лонбекера. Чуть-чуть не успел Монтитео. Хороший был и удар, и хороший пас. Хуан Нунес принял этот мяч, вышел в аут за ярд, за два, за три вот показывают нам. Три. Третий даун и 3 ярда нужно, чтобы пройти. Эмпти. Пас. Перехват. Как становится интересно. Гарри Грей перехватил мяч буквально из рук. Зря-зря я надеялся на то, что Западный Мичиган что-то покажет. Прекрасная работа. Прекрасная работа Грея. Теперь уже у Нотр-Дама прекрасная футбольная, кажется, позиция на футбольном поле. Они находятся на половине поля Мичигана. Фейк. Не добрасывает он до своего тайдента. Тайлер Эйлферт. Второй 10. Шотган. Ай-яй-яй-яй-яй. Нервничает главный тренер Нотр-Дама. 2 минуты 58 секунд играть. Надеется на разрыв. На увеличение в счете. Говорят американские комментаторы, что нападение Брайана Келли основано на быстрых решениях. И Дайан Крис что-то не быстро решает на поле. Показывает нам работу Криста. Перебрасывает он Флойда. Флойду вообще не нужно было трогать этот мяч. От волейболя он в другую сторону. И дебэк, или кто там был на этом месте, сейфти, тут же подхватывает этот мяч. И второй турновер. Фамбл? Нет. Инкомплит пас. Ну что ж, снова пант. Нет, 4-5. Говорит, играем дальше. Тайм-аут берут Западный Мичиган. Недоволен Брайан Келли. Показывает нам коллег из США. Обсуждают они, правильно или неправильно действует нападение Нотр-Дама. Вообще, какую инициативу несет Брайан Келли в нападении? Что они должны делать? Шотган. Что, опять тайм-аут. Пытается сбить инициативу Западный Мичиган и не дать
игрокам Нотр-Дама развить свой успех. Хотя какой тут успех? Крист нервничает. Ну что ж, на этой неделе рассказывать будут в перерыве, будут говорить о трех квотербеках. Фаври, Рассел Бергли и Майкле Вики. Крист мячом. Под давлением пас принят. И тачдаун. Тачдаун Нотр-Дам. Тайден Тайлер Элферт. Открылся в поле. Сам тому не веря. Бежал так, как будто за ним гналось стадо волков. Очень открытое было пространство для него. Прекрасно, прекрасно сыграло нападение Нотр-Дама. Наставления тренера повлияли на Криста. Стал он более решителен. Стал проявлять инициативу. Что ж, 27-10, Нотр-Дам ведет. Возвращаемся обратно на стадион South Bend. Брайан Келли его наставлением внял наконец-то Крист. Сыграл, провел инициативу. И тайтенд номер 80, Тайл Эфферт, заносит мяч, увеличивая разрыв между Нотр-Дамом и Западным Мичиганом. Тачбэк. 20 ярдов начнет нападение Западного Мичигана. Показывает нам повтор этого момента. Остался открытым Эйфорд в поле. Сам, наверное, тому не поверил этот парень, когда поймал мяч. Ну что ж, с мячом теперь Кардер. Нападение Западного Мичигана. Быстрый пас. Роберт Арнхем. Был на приеме. Два и три. Второй даун, 3 ярда. Длинный пас. Непонятно, кому бросает Кардер. Очень непонятно. В студии работает Twitter. Dogfighter 13. DOGFIGHTR 13. Жду ваших вопросов по поводу данной игры, по поводу американского футбола вообще. По поводу футбола в России. В следующую субботу состоится финал чемпионата России. Но об этом чуть позже. На данный момент у нас шотган и Западный Мичиган. Третий даун и 3 ярда. Бросок принят. Ушел. Что же это за школа-то такая? Просто везет квотербеку Западного Мичигана, как бы в кавычках, если мог сказать, Кардеру. На последних моментах он выдирает мяч. И, казалось бы, остановили на линии защитники, но нет же. 12 номер Роберт Архейм проходит. Ну, не с мячом. Ошибка здесь была у сейфти 17 номера
Зека Мота. Блокированный мяч. Коснулся он игрока защиты. 12-minute formation on the defense. Five-yard penalty. Судья говорит про нарушение 5 ярдов назад за неправильную замену. 12 человек на линии. Не только на линии, 12 человек на поле. Нарушение, еще один флаг. Нарушение было предыдущее в сторону Нотр-Дама. И сейчас мы посмотрим, в сторону кого же опять будет это нарушение. Вмешательство. Вмешательство в прием мяча. Один и десять получили штраф Нотр-Дам. Проходит Кардер. Уходит. Догонит ли его? Уходит сам. Беги, Форест. Молодца! Молодец, Кардер! Сейчас бы выразился Виталий Дубинин, что квотербек не должен бегать. Должен, еще как! Не как раннинбек, конечно, но квотербек — это среднее между принимающим и раннинбеком. Нападении, поэтому должен бегать. Пас. Волейбол. Уходит Вайт. Хорошая координация. Честер с мячом. Ну что ж, остановят ли они? Часы продолжают идти. Один тайм-аут у Западного Мичигана. Увеличит ли разрыв? Опять отдали мяч Винчестеру. Берут тайм-аут. Здоровые ребята в онлайне, конечно же. Традиционные. Даже традиционные, это уже тех времен, как идет поддержка футбольных команд в университетах, традиции, угол
стадионе окрашен в цвета Нотр-Дама, зеленые ирландские цвета. И вся группа поддержки находится в этом углу и синхронно выполняет движение. Сам пошел, тачдаун. Ну что ж, не 17-20, но 17-27 все-таки произошло. Молодец, Кардер. Молодец, Кардер. Просто запрыгивает он в зачетную зону, не боится. Хорошо, что грамотно сыграли все-таки защитники, понимая, что тачдаун неизбежен, не стали убивать Кардера, прыгать ему в ноги. Повторяет нам этот момент. Четвертый номер мог, конечно же, пойти на перерез Карла Калбресси, внешний ланбекер, внутренний ланбекер, но красиво, красиво, конечно, беговая комбинация, хорошо сыграл онлайн. Восемь секунд до конца. 1:10. Может быть, по традиции Нотр-Дам сядет на колено. Говорят комментаторы, может, попробуй Хейл Мэри. Нет, сядет на колено. Крист, не нужно кота за хвост тянуть. Будет время, чтобы подумать. Первая половина игры закончена. После перерыва продолжится противостояние Fighting Irish и Broncos Нотр-Дама и Западного Мичигана. Ждем вас после новостей. Добро пожаловать на канал Евроспорт 2. Продолжаем великолепнейший матч Западный Мичиган против Нотр-Дама. Счет 27-17. На последних секундах заносит мяч квотербек Западного Мичигана Алекс Кардер. Нормально. Атмосфера просто вот меня переполняет немножко эмоции. Великолепная атмосфера на стадионе. Нотр-Дам лидирует, но нервничает Дайан Крист. Нервничает тренер Нотр-Дама. В то время как аутсайдеры Западный Мичиган, которые три раза встречались с Нотр-Дамом и все три встречи практически проигрывали под ноль, впервые показали свои зубы. Ну что ж, готовится команда к начальному удару. Начальный удар будет пробивать Нотр-Дам.
устраиваются команды. Было ряд, говорят комментаторы, про ряд нарушений. Ряд нарушений, ряд потерь мяча, которые обе команды использовали. Итак, начало второй половины игры. С мячом. 20-й номер западного Мичигана. Брайан Филдс. Тренер Кубит. До команды Западного Мичигана возглавлял команду третьего дивизиона в Делавере. Беговая комбинация. По статистике. Команда поймали. Поймали. Даже вот не хотел ничего говорить в этот момент. Просто ждал. Смотрим, как внешний лонбекер загнал Алекса Кредера. Пасовая комбинация. Снова на острие атаки у нас Манти Тео. Пант. Не получилось у Западного Мичигана развить. На середине поля. На середине поля падает мяч. И оттуда начинает свою показывают нам построение. Прекрасно разыгранная комбинация. Келли дает свои указания. Крис на мяче. И тачдаун. Сьер Вуд по кромочке прошел.
неудачный блок был со стороны Флойда, скорее всего, просто ошибка защиты. Гол. 34-17. Флаг на поле. Видимо, атака игрока была после. Нет, офсайд показывают. Offside. Number 7 in defense lined up in the neutral zone. Penalty's decline. Point after touchdown is good. Timeout. Красиво, красиво бежит. 34-17. Прекрасно. Разыгранная была комбинация. 34-17. Ну что ж, Мичигану надо подтягиваться. Подтягиваться как-то. Отстаивать честь штата. И вместе со своими коллегами, Мичиганом и Мичиган Стейтом, все-таки пытаться что-то с Нотр-Дамом сделать. Показывают нам последнюю комбинацию. Красиво разыгранная комбинация. Показывают нам кикера Дэвида Раффера. Пробивает начальный удар. Хороший удар. Фамбл при... Непонятно мне, конечно, действие 20-го номера Брайана Филса. Несся он просто на таран, вместо того, чтобы избегать столкновений и как-то искать коридоры, шел просто на таран. Холдинг со стороны принимающей команды. Ган, скринпас, может быть, ярд.
заземлили парня. Посмотрим, сколько у нас там осталось ярдов. Потерял ярда или два. Пас. Опять бросал Вайту. Перебрасывает. Билл Кубик нервничает, конечно же, из-за своего квотербека. Ушел сам. Молодец какой. 3.11, ну 4.2, 4.3. Хорошо, надержался на ногах. Снова блока не было блока у него. Помогли ему ребята. Так бы ушел. Фамбл. Гудман плохо принял этот мяч. Получит он нагоняй от тренера. Возвращаемся к нападению Нотр-Дама. Интересная схема. Ох, какое движение, какой дриблинг. Прекрасный дриблинг. Очередной раз повтор комбинации. И снова с мячом у нас Вуд. Очередная пауза в игре. 34-17. Заходит солнце. Сверкают купола Нотр-Дама. Счет 34-17. Пауз.
Третья четверть. 9 минут 47 секунд. Осталось играть в ней. Тайм-аут был взят командой Нотр-Дама. Поднимаются зрители. Лучше видеть. Выстраивается команда уже. Начинает Нотр-Дам. Возвращаемся на поле. 1:20. Крис мячом. Быстрый пас. Флойд. Флойд уворачивается от всех. Собрал на себе пятерых игроков. Флаг. Но кому? В сторону защиты 15 ярдов. Да, седьмой номер за маску потянул. Ну что ж так грубо-то? Фейк. Крис мячом. Пас. Риддик. Вмешательство в прием паса со стороны нападения. Ага. Это выполнил 81 номер Джон Гудман. Один и 25. Беговая комбинация. Сиер Вуд с мячом. Снова Сиер Вуд с мячом. Скрин пас. Флойд с мячом снова. Много флажков за этот драйв у Нотр-Дама. Панч. Кого ждет Крист? А, Флойд. Нет. Мяч уже пролетел, и Флойд потом споткнулся. Зря апеллирует Флойд к судье.
не выходит у Христа. Растянули они теперь построение. Что, тайм-аут? Тайм-аут берет Нотр-Дам. Второй свой тайм-аут в третьей четверти. Нервничает Келли, нервничает. Высказывает он что-то судье, видимо, по последнему розыгрышу. Ну, посмотрим, что какое решение примут судьи. Возвращаемся обратно на стадион. Второй тайм-аут взял Нотр-Дам. Счет по-прежнему не изменен. Очень много флажков было за последние несколько драйвов у Нотр-Дама. Шотган. Что-то меняет Крист. Перешел Вуд на другую сторону. И угадали защита западного Мичигана. Угадали, что будет сейчас, и остановили. Пасовая комбинация. Принят мяч. Флойд. Четвертая попытка. Что будут делать? Играет Нотр-Дам, играет, правильно. Даже если разрыв 17 пунктов, играть надо. Прекрасно. Американские комментаторы даже назвали этот тачдаун изи-пизи. Что это за изи? Ну понятно, что легко, но что такое пизи, я не знаю. 9 розыгрышей, 53 ярда. Это сколько надо было мучиться там, в красной зоне, чтобы один раз вот так вот нормально сыграть. Недоволен, понятное дело, Келли. Ну что ж, новая команда, новый тренер. Все под себя потихоньку он подстраивает. Экстра поинт гуд. Счет 41-17. Показывают нам, да, упустили бэкфилд, упустил бэкфилд западного Мичигана Флойда. Остановился он очень резко, как вкопанный. И стоял один-одинешенек. Начальный удар. Далеко выбил, далеко. Да.
Очередное глупое решение возвращающего мяч игрока Западного Мичигана. Много отыгрывать надо. Больше 20 пунктов. Банч слева. Ничего не вышло. Звезда защиты Манти Тео в очередной раз показал, что невозможно бегать с той стороны, где находится он. Вместе с Робертом Блентоном он это сделал. Не принят мяч Вайтом. Три и 13. Шотган. Принят мяч. Не могут выйти из своей зоны. Что-то сломалось в этой машине нападения. Роберт Арнхейм, приняв мяч от Кардера, не смог даже продвинуть его для ферстдауна. Тео Риддик покидает поле, хромая. Плохие новости. Пант. Показал фэйр-кетч, но все равно пообнимался с ним. 38-й номер. Крис Пром. С Гудманом. Сорок один семнадцать. 4:59 третьей четверти. Нотр-Дам владеет мячом. Показывают нам момент. Говорит, все ушли в сторону и тут же поймал. Можно было сносить его, не знаю, как угодно, но тем не менее, что-то странное тут произошло. Бег. Флаг. Роберт Хаггис с мячом. Показывали нам Джимми Клаусона. Ах, красиво взлетел и фамбл.
Да, красиво, красиво. Красиво подсек 24 номер. Льюис Толлер, корнербэк. Быстрый пас. Ти Джей Джонс на мяче. Situation where you haven't played a lot and be playing the way you want to play. You know, it took me a long time to get to where I wanted to be when I was here, and you know, Dan's doing the same thing. But, рассказывает про свою жизнь в NFL Джимми Клаусон. На мой взгляд, не очень-то он хорошим квотербеком был для Нотр-Дама. Период своих игр. Его предшественник Брэди Куинн был намного лучше. Так что Клаусону просто, Клаусон просто тень была. Тем не менее, талант Брэди Куинна был погублен в Кливленде. Теперь он продолжает свою неудачную карьеру в NFL в Денвере. А Клаусон играет за Каролину Пантерс. Беговую комбинацию использовали Западный Мичиган. Брайан Филдс был на поле. Шотган. Пас принят. Снова на мяче был Нунес. Шотган. Быстрый пас, снова Нунес. Нунес пытается крутиться. Не знаю, что он попал в клещи. Два и шесть. Шотган. Один бэк рядом с квотербеком. Непринятый мяч. Вот такие моменты команды, которые проигрывают, хочется, чтобы все-таки квотербек как-то ввел их вперед. Вроде стоит в пакете, под ударом до последнего держится Кардер, но не получается у него, не получается. 3-5. Принят. Принят. Ну и со мной. Опять же, 1 ярд. Быстрый слант был. 1 ярд остался. Что же они будут делать? Скорее всего, будут играть. Прекрасный пант. Принят Гудманом.
Боб Диако, координатор. Боб Диако был тренером в 2004 году в Западном Мичигане. Шотган. Три игрока с левой стороны. Фейк показал Крист, что он бежит в очередной раз. Волна пошла. Вот чем вам не финал чемпионата мира по футболу. Европейскому, я имею в виду. 41-17. Закончилась третья четверть. Пока что обе команды, как я и предрекал, набрав очки, начинают тянуть время. Это уже некрасиво с их стороны. Но посмотрим, может быть, четвертая четверть изменит все. Добро пожаловать в South Bend. Солнце садится. Ноттингем выигрывает. Робби Тома сейчас был на приеме. Фейк. Поймали Вудса. Простите, Вуда. Шотган, два бека на заднем поле, три принимающих. Фейк, пант, перехват. Волейбол, вот не надо волейболить этот мяч, не можешь достать, не трогай. Блэри. Джамайл Берри, Strong Safety. Кембер с мячом. Принятый пяс. 11 номер Тайдент. Даллас Уолкер. Постоянно под давлением Картера находится. Второй три, извините. Гербер с мячом. И фамбл. Подобрали мяч игроки Нотр-Дама. Да, Западный Мичиган просто дотягивает эту игру. Никакого сопротивления.
Снова мы в Нотр-Даме, Саус-Бенд, штат Индиана. Портится погода. Показывает нам Джо Монтану. Вышел Нейт на поле. Бледная тень папы. Посмотрим, что он сможет. Прекрасно, прекрасно бегает Вуд. Упомянули про Санта-Монику Сити Колледж, в которой провел один из годов учебы Нейт Монтана. В этом университете на данный момент учится один из моих бывших игроков, парней, которых я воспитывал. Александр Чекир, 77, offensive tackle, нападение. В стартовом составе сразу парень. Приняли его безоговорочно, что радует. Саша, давай, ждем тебя уже на драфте через 3 года, потому что он всего лишь первокурсник. Не застал он, конечно, на эту Монтану там. Но я думаю, особо он не потерял. Видимо, дали поиграть в Монтане только потому, что папа пришел. Как-никак, Джо Монтана в свое время, в 79-м году он закончил Нотр-Дам и был выставлен на драфт. Был великолепным квотербеком этого университета. После чего Джо Монтана стал тем самым легендарным Джо 16-м, который проиграл всю свою жизнь за Сан-Франциско 49ers. И, на мой взгляд, все-таки он является одним из самых лучших квотербеков за всю историю NFL. Невзирая на то, что есть множество прекрасных фамилий, историй. Дан Марино, Терри Брэдшоу. Джо Монтана, Фил Симс, Джо Монтана все-таки лучший. Вот показывают нам то время, когда играл Джо Монтана. В первом раунде забрали 49ers Джо Монтану. Хотя на него пытались свои права распространить Giants. Быстрый пич. Эту историю в своей книге Фил Симс описывал. Я читал эту книгу, она у меня есть в моей коллекции. Фил Симс on Passing называется. То есть Фил Симс на пасе, где он рассказывал историю драфта, как его Билли Уолш хотел взять или Фила Симса, или Джо Монтану. И выбирал между ними двумя. И Giants хотели взять Джо Монтана первым. Билл Волш смотрел обоих. И Билл Волш все-таки выбрал Джо Монтана первым. Соответственно, Giants ничего не осталось, как быстренько забрать следующим номером забрать Фила Симса. И эти два легендарных квотербека. Один 3 раза брал Супербол, другой только 1 раз. Но, тем не менее, оба заслуживают уважения. К сожалению, их дети пока что отдыхают. То сын Фила Симса, играющий, который дебют тоже играл в НФЛ. Я даже сейчас не смогу сказать, за какую команду он сейчас играет. Был в Тампе. Где он сейчас, я не знаю. Будет ли задрафтован Нейт? Может быть, только из уважения к папе. А так, ничего не показывает он. Тот же Клаусен был намного лучше Нейт Монтаны. Хотя для меня Клаусен
еще ниже, чем Рон Паулс, бывший квотербек Нотр-Дама, который бесславно закончил свою карьеру где-то в НФЛ Европ, играя за Амстердам Адмиралс, так и не выбравшись с третьего уровня, first string. Поймали. Да, конечно же, парень испытывает грандиозное давление быть сыном великого Монтаны и показывать даже не удовлетворительный, а никакой результат на поле. Ну, слушай бы, был танцором. Убивают время. Просто убивают время нападения. Уже вышел второй состав. Может быть, даже третий. Смешанный второй с третьим составом игроков Нотр-Дама. Хоть и Дэйн Крис является первым, бэкапом у него выходит Нейт Монтана. Томми Рис всего лишь третий. Винг. Монтана с мячом. Да, говорят, хороший был фейк, но опять же, Монтана... Нейт Монтана — это не Бен Руссельбергер, который может посадить ланбекера на пятую точку. Поворотом будут пробивать ирландцы. 41-17. Счет 33 ярда. Для Дэвида Раффера это практически все равно, что бросить скомканную бумажку в открытое окно. 44-17. Счет 7 минут 46 секунд до конца. Нотр-Дам вяло ведет. Уже идет практически неинтересный футбол. И надеюсь, что все-таки будет оживленно во время владения Мичиганом. Испортилась погода. Тучки нависли над стадионом South Bend, стадионом Fighting Irish. Начальный удар. Недалеко пробивает Раффер. В очередной раз 20-й номер Брайан Филдс показывает на поле. Непонятно, что он там показывает. Золотистые шлемы Нотр-Дама, которые до сих пор красят вручную. Перед игрой в пятницу их красят в специальном помещении, там под трибунами. Нитрокраской, состав которой, ну, не держится в секрете, но тем не менее не оглашается. После чего высохшие шлемы заново собираются и раскладываются по ячейкам в шкафчике над каждого игрока. И эта традиция сохраняется с тех пор, как впервые шлемы начали красить. Как известно, эмблемы на шлема первыми наносить стали команда Rams. Тогда это было Чикаго Rams. До своего переезда в Сент-Луис, потом в Лос-Анджелес, потом обратно. Первым рога себе нарисовал афроамериканец. К сожалению, сейчас не могу сказать его фамилию. Он нарисовал вот эту вот эмблему на шлеме рога.
После чего такую же шлему стали носить его товарищи по команде. И вот уже после чего наклейки на шлема стали ставить, рисовать любая команда, чтобы отличаться. Итак, стандартная Strong Eye. Старая школа. Показывают нам самый первый тачдаун Майкла Флойда. Три тачдауна за эту игру он имеет. Два и семь, шотган. Красивый пас. Не выронил мяч Вайт. Шотган. Длинный пас. Принят. Нунес уронил. Мяч снова подобрал. Два основных принимающих. Уайт и Нунес. Ну и еще Винчестер бегает. Но сейчас на поле не он. Red Zone находится сейчас в западный Мичиган. Что-то очень так низко в обезьяньем стиле показывает Картер. Навешивает на флажок. И непринятый мяч. Шотган. Гарднер уходит. Пас не принят. Напоминает про Руди. Известная история, раскрученная Голливудом. В моушен посылает игрока Картер. Свисток. First charge timeout of the half. Western Michigan. Тайм-аут берет западный Мичиган. Напоминают американские комментаторы, что в ноябре будет историческая игра на Янки Стадиум. Армия против Нотр-Дама. Или Невин против Нотр-Дама, к сожалению, сейчас не расслышал. Скорее всего, армия. Картер сделал опшен.
Красиво, красиво разыграли. Еще бы тачдаун занесли. Хотел бросить, подождал. Прекрасно сыграли они. Единственное, что не занесли. Гол. Попытаются пробивать. Опять свисток. Западный Мичиган берет снова тайм-аут. Вот, против армии будут играть. Соответственно, Тулсу, Юту и игру в армии. То есть на стадионе Yankee Stadium против армии телеканал Евроспорт 2 будет транслировать в прямом эфире. 4 гол. Будут пробивать, никаких фейков. Говорят американские комментаторы, я не могу поверить в то, что они решили пробивать филд-гол. Зачем им это надо? Надо заносить. Спорт 2. Добро пожаловать обратно на стадион South Bend, штат Индиана, где Notre Dame Fighting Irish принимают себя в гостях, Западный Мичиган, и отыгрываются на них за два предыдущих поражения от Мичигана и Мичиган Стейт. Показывают кикера. И кикер сделал текл. Вот оно, новое поколение. Джон Поттер, 23 текла за всю карьеру свою. И только 7 в этом сезоне. Вышел третий квотербек Томми Рис. Поиграл Монтана и хватит. Томми Рис, второгодник. Софтмор. Второй курс у него. Беговая комбинация, вынос по центру. Показывает Келли. Спокойнее, спокойнее, спокойнее. То есть тянем время. Правильно, 4 минуты играть. Не нужно геройствовать Томми Ризу. Снова беговая комбинация. Ух, какой был вынос сейчас. Роберт Хьюз. Мощный парень. За
спиной центра вышел. Даже не центр, левого гарда Криста Вота. Показывают нам хищника, предатора. Деметриуса Петуэ, сейфити. Снова с мячом Роберт Хус. И 5 показывают линию, отличаются высокими парнями, конечно же, онлайн Нотр-Дама. Беговая комбинация, два спина подряд, и Хьюз продолжает движение, отсекает от него игроков, хоть какое-то движение. Вот вышли парни второго состава и начали что-то делать на поле интересное. Трудно встает Хьюз, конечно же, столько вертеться. Прекрасная работа, конечно же, отличный, мощный раннинбэк. Это вот школа Нотр-Дама. У них мощные фулбеки и раннинбеки. Конечно же, были и... Не удалось им Хьюза подсечь. Выдернуло свои ноги. До красной зоны еще 7-8-9 ярдов. Что будут? Да, будут тянуть время Нотр-Дам. Хоть и есть один тайм-аут у западного Мичигана. Брайан Келли идет навстречу тренеру западного Мичигана. Ищет он его, ищет его. Нашли они друг друга. Как всегда, любят тренера друг другу говорить разные теплые слова по поводу игры. Жаль, что у нас такой традиции нету. У нас тренера проходят, пожмав руки, проходят мимо друг друга и уходят. Надеемся, российский чемпионат станет лучше. Этот год показал, что он возрождается. Футбол в России есть. В следующую субботу в 2 часа дня на стадионе Российского института дружбы народов состоится финал чемпионата России, в котором встретятся команды «Московские патриоты» и «Московские красные соколы». Интервью Брайана Келли. They played great in the second half, gave up maybe 35-40 yards in total defense. And then offensively, we did what we had to do. Брайан Келли говорит, статистические данные, сколько нападений прошло, сколько защита, какие были главные цели у тех других, но главное для них – это победа. Потому что большее количество побед гарантирует какое-то место в каких-то кубковых матчах. Понятное дело, что в топ-25 Нотр-Дам не попадает в этом году. Yeah.
Да, конечно же, вопрос задала диктор телевидения, комментатор на поле. Кто вы? Ну, видимо, имела в виду, как вы себя чувствуете. Ну что ж, по традиции снова поют одну из песен Нотр-Дама. Интересно, поют ли они эту песню, когда проиграют. Ну что ж, на этом прощаемся с вами. Ждем вас уже в ноябре на домашних играх Нотр-Дам Fighting Irish. Первая игра как раз в ноябре будет против Тулсы. Всего вам хорошего. Ждем вас на футболе в субботу на стадионе Рудена. Любите футбол, играйте в футбол, уважайте футбол во всех его проявлениях. С вами был Александр Малышев, телеканал Евроспорт 2. До свидания.